наконец, ушли в прошлое те страшные времена, когда коридоры и аудитории были заполнены студентами, коллегами-преподавателями, каждому из которых надо было улыбаться, здороваться, отвечать на какие-то странные запросы. Наконец, все стало идеально. Я и физика, и вокруг никак. Разумеется, пока еще пандемия не принесла полного счастья, и какая-то возня во время сессии еще возникнет. Деканат будет выдавать какие-то направления. Студенты будут оправдываться, почему они где-то не были, чего-то не слушали, выпрашивать пересдачи. Но я думаю, что мучений остается только одна сессия. Надо ее провести так, чтобы никаких студентов, кроме тех, которые не доставляют хлопот преподавателю, больше не появлялось даже удаленно. И тогда начнется другая, новая жизнь. Жизнь, которой стоит жить. Физика, горные лыжи, велосипед, горы и больше никого. Для того, чтобы это получилось, курс физики нужно прочитать так, чтобы после очередной сессии остались только те студенты, которые не приносят преподавателю никакого беспокойства. И тогда физика будет столь же приятна, как сон. Итак, мы начинаем. Собственно говоря, на этом курс механики можно считать оконченным. И нам предстоит с вами поговорить о термодинамике, молекулярной и статистической физике. Но вообще говоря, когда я учился, на это отвозился целый второй семестр. А в механике мы с вами еще перепрыгнули через вот такую тему, я ее и не затрагивал. Это физика колебаний. Это целый мир. Но подразумевается, что мы должны будем этим заниматься, когда речь пойдет про электричество. Там уравнение колебательного контура похоже на уравнение колебаний маятника. Но дело в том, что, если честно, я всегда это обещаю, но когда мы туда приходим, там столько других куда более интересных и нетривиальных вещей появляется, что мы там много этим не занимаемся. И там все равно тоже времени не хватает.
Что касается молекулярной физики, то в свое время университет ИТМО был чуть ли не зачинщиком идеи упразднить этот курс за его простотой и ненадобностью. Но это, конечно, неверно. Там есть много хороших идей, которые нетривиальны, которые нужны. Ну и понятно, что в это время никакого законченного курса здесь не прочитать. Я скорее буду продолжать читать курс механики. Я рассмотрю только тот кусочек статистической физики, который будет решать ту дырку, которая закрывать ту дырку, которую мы оставили с вами в механике. Дело в том, что когда мы говорили про системы материальных точек, мы договорились, что полная энергия системы механическая, она у нас складывалась из внешней энергии, энергии системы как целого. И эта энергия состояла из кинетической энергии движения системы как целое, это произведение массы системы на квадрат скорости центра масс пополам, или то же самое, что квадрат суммарного импульса делить на 2m, плюс суммарная потенциальная энергия взаимодействия элементов системы со всем внешним миром. Но, кроме того, у нас еще оставалось второе слагаемое, которое мы назвали внутренней энергией, обозначили буквой У, которая складывалась из суммарной кинетической энергии движения всех элементов точечных системы относительно центра масс плюс потенциальной энергии взаимодействия элементов друг с другом. Ее можно так написать: сумма по И не равным G, У и G пополам. Это парные энергии взаимодействия двух частиц системы. А почему пополам? Потому что если мы будем перебирать все И и G, то мы один раз возьмем энергию взаимодействия итой частицы с житой, а другой раз житой с итой. Ну и чтобы это удвоение ликвидировать, надо на то поделить, иначе мы обсчитаемся в два раза. Так вот, мы все говорили больше вот про это, а про это мы ничего не говорили. По одной простой причине, что обсчитывать это довольно трудно. И как раз из-за этих трудностей мы выдумали непотенциальные силы, хотя все фундаментальные взаимодействия потенциальны. Это силы, которые определяли отток энергии отсюда сюда. Мы их выдумали, потому что нам лень было считать движение каждого элемента системы в отдельности. И вот теперь этой внутренней энергией нам осталось немножечко позаниматься. Ну и первая здесь лекция, которая будет носить вводный характер, вот я сегодня немножко сказок порассказываю, я бы ее назвал примерно так. Это способы описания классических макроскопических ансамблей. Это способы описания классических макроскопических ансамблей. Ну и начнем мы с того, что попробуем договориться, а что-то мы называем, вообще говоря, классическим макроансамблем. Это первый вопрос нашей лекции. Ну, ответ очень простой. Под словом «ансамбль» в физике понимается множество примерно одинаковых, хотя бы на качественном уровне, они, конечно, могут иметь разные скорости, энергии, но примерно одинаковые, если можно так сказать, алгоритмы поведения. Если вы программируете это все на компьютере и каждому объекту сопоставляете программку, по которой он считает, что будет делать, ну вот эти программки более-менее одинаковые. Вот если у нас есть такое множество сходных по тактике поведения и физическим характеристикам объектов, они могут немножко отличаться друг от друга. Мы говорим, что задан ансамбль. Слово «классический» понятно, что означает. Алгоритмы поведения являются следствием нашего знания классической физики. То есть там ничего нового
поведения одного объекта у нас не будет. Это все описывается классикой. Ну и самое хитрое слово – макроскопический. Макроскопический является синонимом слова «большой», «сложный». Это когда объектов так много, что мы не можем за ними следить в отдельности. В принципе-то можно, для каждого можно написать второй закон Ньютона. Но вот дело в том, что количество молекул в этой комнате, а вы скажете, молекула это микрообъект, не классический. Но дело в том, что я, по-моему, с вами уже говорил, что у нас есть некоторый параметр перехода в классичность, это постоянная планка делить на массу, делить на характерную скорость, на характерный размер в области пространства, где можно двигаться. Так вот, поскольку здесь молекулы находятся далеко друг от друга, а эта комната большая, то вот этот параметр, несмотря на то, что масса молекулы маленькая, и она так ассоциируется как квантово-механический объект, но вот поскольку он, им свободно здесь, то неплохо для описания молекулы в этой комнате и классический подход. Для отдельной молекулы можно писать второй закон Ньютона. И можно писать систему уравнений движения, сумма, вернее так, m, какой сумма, масса сжатого объекта на вторую производную по времени его радиус вектора, есть сумма сил, действующих на сжатый объект со стороны этого объекта. А эти силы зависят от времени, от расстояния между этим сжатым и этим объектом, может быть, от скорости их относительного движения. Но вот вся беда в том, что поскольку силы зависят от относительных расстояний, относительных скоростей, то все эти уравнения, записанные для каждого из объектов, они сцеплены между собой. Если объектов только два, система из двух точек путем перехода к разностным расстояниям и приведенной массе сводится к уравнению движения одной материальной точки, которую мы более-менее научились решать. Но когда точек много, остается только численное интегрирование системы. А точек много. Вот молекул воздуха в этой комнате порядка 10-26 штук. Это фантастически много. Но я школьникам люблю давать задачку о том, как много на самом деле молекул воздуха или вещества в одном грамме. Правда, там жидкости. Это задача о том, что когда-то мамонт чихнул или вычихал, или как-то по-другому изъял из себя 1 грамм коронавирусной жидкости, которая попала сперва в ручей, потом в речку, потом в море, потом испарилась, выпала в виде дождя, снова. Короче, с тех пор она в гидросфере планеты, будем считать, что хорошо перемешалась. Спрашивается, сколько молекул из этой 1 грамма изъятой из мамонта жидкости сегодня попадет к вам вечерний чай. Вот попробуйте сделать такую оценку, сделаете все верно, вам надо будет оценить, сколько воды в земле, у Земли имеется. Ну, наверное, легко оценить, считая, что Земля равномерно примерно покрыта слоем океана толщиной в 1 километр. И вот получится страшный результат. Этих молекул у вас окажется порядка чашки чая 10, не 10, 3-5 молекул, что-то в этом роде. Вот представляете, из 1 грамма, если равномерно разделить по всей гидросфере, в 200 грамм чашки попадает 3-4 молекулы. Поэтому 10-26 – это фантастически много. Но опять-таки, что значит фантастически? Ну, понятно, что с нашими разумными вычислительными ресурсами. Раньше казалось, что если у вас таких уравнений 10^3 – это уже конец, вы на счетах их не решите. И тогда 10^3 частиц – это был уже макроскопический ансамбль. Сейчас, когда у вас 10^3 частиц, компьютер вам все решает, все точно. И этот ансамбль вы уже можете анализировать не на языке макроскопических теорий, а на микроязыке, считая движение каждой частицы. Поэтому, что значит много, сильно зависит от ваших вычислительных ресурсов и вашей лени или отсутствия их.
Ну а теперь, когда мы договорились, что такое макроансамбль классический, теперь возникает вопрос, как его описывать. Ну, первый способ мы уже с вами, следующий вопрос, методы описания макроансамблей. Но первый способ мы с вами немножко уже затронули. Этот способ называется динамический или микроописание. Когда вы для каждого элемента ансамбля пишете уравнение движения, либо классическое, если это классический элемент, либо квантовое, если это квантовый элемент. Ну и пытаетесь решать систему следовательных уравнений. Способ хороший. Он лежит в русле магистрального развития физики. Давайте считать все. Тем более, что детерминизм Лапласа говорит, что решение будет единственным. Только если у вас большой ансамбль, он неосуществим по ряду фундаментальных причин. Но вот кто-то посчитал, что если сосчитать координаты всех молекул газа в этой комнате и начать их распечатывать на бумаге, причем там на цифру отводить, по-моему, там 5 или 6 пикселей, ну, чтобы игольчный принтер. И в строчке печатать, в строчке это координаты и скорости одной молекулы, и так столбик. Вот получится длина ленты, которая размерами будет больше, чем длина, размер нашей галактики. Ну, даже если вы получите такое решение, что вы с ним делать-то будете? При этом решения, которые дают динамический способ или микроспособ, они, как правило, избыточные. Мне трудно придумать практическую задачу, в которой надо сосчитать положение каждой из 10-26 молекул. Вам просто не охватить своим разумом решение такой задачи. Ну, правда, это означает, что сам компьютер должен иметь, если у нас 10-26 элементов, он должен иметь 6 на 10-26 ячеек памяти, каждый хотя бы, чтобы хранить 3 координаты и 3 скорости этого элемента. Ну, а поскольку вы хотите компьютер иметь, чтобы решил эту задачу быстро, у вас же еще эти ячейки памяти должны достаточно близко располагаться друг относительно друга, потому что вы не можете сигнал передавать внутри компьютера со скоростью больше, чем c. И поэтому у вас есть ограничение на тактовую частоту компьютера. Нельзя запускать тактовый генератор с частотой выше, чем в отношении размера вашего компьютера к c. Иначе действия его элементов перестанут быть синхронизированы. Вот поэтому, чтобы что-то добиться, вам придется уменьшать размеры компьютера. Ну и кто-то сосчитал, что компьютер, который в разумное, за время, сравнимое с временем существования Вселенной, может посчитать положение, решить задачу о движении частиц воздуха в этой комнате, если вы его сделаете размерами, которые принципиально позволяют решить эту задачу за время, сопоставимое с временем существования Солнечной системы, то компьютер сколлапсирует в черную дыру, если она есть, конечно, на самом деле. Это вот интересная ситуация. В принципе, понятно, какую систему уравнений решать. Понятно даже, как алгоритмы писать решение этой задачи. Оказывается, есть чисто физические ограничения, по которым эту задачу решить нельзя, которые лежат вне этой задачи. Решить ее не на чем. Поэтому динамический способ хорош, логичен, но практически нереализуем и избыточен. Если бы он реализовался, все равно вы не знаете, что делать с результатами решения такой задачи. Поэтому альтернативой ему является так называемый термодинамический способ описания или эмпирический способ, его иногда называют. Он состоит в том, что если здесь мы решали описывать систему с помощью набора радиус-векторов скоростей масс каждого объекта, и этих микропараметров было фантастически много, то термодинамический предлагает ввести новые удобные параметры для описания системы. Такие как масса всей системы, объем всей системы, с
Средняя молекулярная масса, которая описывает химический состав системы. Давление, которое описывает силовые воздействия на систему и со стороны системы. Вот что-то новенькое. Что такое сила, мы с вами говорили, что такое давление пока нет. Но дело в том, что если вы сидите на стуле, то стул действует на ваше вещество с силой порядка МЖ. И ваше вещество к этому спокойно относится. Но если уменьшить площадь стула и заменить площадь стула на кнопку, положенную на стул, ваше вещество сильно возмутится, подпрыгнет, начнет верещать. Поэтому веществу важна не столько сила, действующая на него, а сколько отношение силы на площади. Так вот, если у вас есть площадочка маленькая, величиной дельта S, и на нее действует сила F, ну лучше дельта F, то вы должны взять нормальную компоненту этой силы, и давлением мы назовем отношение нормальной компоненты силы F, действующей, отнесенной к единице площади. Ну, измеряется эта штука в паскалях, как вы знаете. И вот, оказывается, для макроансамблей, которые мы просторечно называем веществом, силовое воздействие на них куда лучше описывается давлением, чем вектором силы. Вы скажете, а есть еще, кроме нормальной, тангенциальная компонента силы? Да, можно взять тангенциальную компоненту силы, поделить на площадь, это будет называться сдвиговое напряжение. Но для газов они устроены так, что сдвиговые напряжения там, как правило, не возникают. Поэтому мы в школе, да и сейчас будем заниматься только давлением. А что касается жидких, а еще больше твердых тел, там сдвиговые напряжения, конечно, есть, но поскольку там молекулам тесно, то там не работает классическая физика, и нам не на что опереться. Поэтому мы туда с вами и не полезем. Дальше важной характеристикой термодинамического подхода является температура. Нам тоже надо как-то определить для начала эту величину. Мне нравятся слова, что температура – это то, что измеряется термометром. Ну а дальше надо описать, что такое термометр. Ну вот если мы возьмем такую ванночку, куда поместим колбу с трубочкой, вверх которой будет отогнут, и сюда поместим капельку ртути, и потом поместим эту колбочку в тающий снег, там ртуть где-то остановится. Мы там поставим рисочку. Потом тающий снег заменим на кипящую воду. Знаете, капелька ртути здесь двинется. Надо сделать большой хоботок, чтобы она не вылетела оттуда. Потому что капелька ртути, разлитая по полу, считается, что это плохо. Здесь поставить вторую рисочку. Потом разделить на 100 частей, и мы с вами ведем температуру. Это будет 1 градус Цельсия. Вот так по определению вводится температура. Правда, это надо все делать при фиксированном значении давления. А я как-то не сказал вам, как давление измерять. Давление измерять просто манометром. Ну, грубо говоря, силу мы умеем измерять, площадь умеем измерять, поэтому умеем измерять давление. Но обычно как делается? Берется такая коробочка, если давление газа надо ставить. Внутри газ откачивается. Тут площадочка конечного размера. Здесь пружинка. Тут газ. Пружинка сжимается, силу померили, площадь знаем, нашли давление. Есть и другой способ измерения давления ртутным манометром. Вы берете ведерко, наливаете ртуть. Дальше берете трубочку длиной в 1 метр. С одной стороны запаянную, с другой стороны открытую. Туда тоже наливаете ртуть полностью. Пальчиком трубочку закрываете, переворачиваете,
опускаете в ртуть и пальчик убираете. Знаете, как интересно выходит? Оказывается, не вся ртуть выливается из трубочки, а остается на какой-то высоте. Так вот, измеряя эту высоту, H, вы можете однозначно найти давление. Давление воздуха здесь. Правда, здесь еще работает один закон, он называется закон Паскаля, который говорит о том, что в неподвижной жидкости или газе величина давления не зависит от ориентации манометра. Как бы вы его ни повернули в данной точке пространства, если газ или жидкость неподвижна, он будет одно и то же показывать. Почему это так? Пока эмпирический факт, скоро разберемся. Так вот, если здесь давление P с ноликом, то по закону Паскаля оно и здесь P с ноликом. Значит, наверх оно создает силу, равную P с ноликом на площадь. А с другой стороны, на этот кусок ртути действует сила тяжести, равная mg. Поэтому у нас получается, что mg равняется P с ноликом на S. А с другой стороны, масса ртути здесь – это плотность ртути на S, на высоту и на g. Равняется P с ноликом на S. S сокращается, и получается, что давление ртути связано с высотой подъема до более известной формулы, рожа H. Разумеется, в том случае, если здесь вакуум. Вот так устроен ртутный манометр. Итак, мы знаем вот столько уже параметров. Ну, можно потом еще и какие-нибудь другие параметры вводить. Энергию какую-нибудь, энтропию, еще что-нибудь. А потом можно ставить эксперименты и смотреть в разных ситуациях, как эти параметры между собой связаны, и выводить экспериментальные законы. И таким образом можно построить эмпирическую теорию, которая опирается на большое число экспериментов, ничего не объясняет, но позволяет отвечать на все вопросы. Поймите, любая теория физики эмпирическая, мы все равно в фундаменте опираемся на утверждение, опыт показывает. Но все-таки настоящая физическая теория строится так, чтобы эмпирических законов было как можно меньше. Если же мы строим термодинамическую или ненастоящую эмпирическую теорию, мы можем таких эмпирических законов вводить сколько угодно. Ну вот на первых порах физика газов строилась как эмпирическая наука. А потом из этих законов был выделен один, который объединил массу эмпирических законов. Он называется уравнение состояния идеального газа или уравнение Клаперона-Менделеева. Но он опять-таки висел на экспериментальных законах. Но это всегда неуютно. Нет, любая физическая теория висит на экспериментальных законах. Но всегда число этих законов хотелось бы минимизировать. И вот здесь к нам на помощь приходит третий подход, который называется статистический. Он говорит о том, что заниматься микроописанием – это бесполезно. Нам с вами макроскопически возможно только макроописание. Но такое описание тоже плохо. Это ботаника. Вот ботаника – это чисто эмпирический подход. Типа, у сирени, у каждого цветочка 4 лепестка. Эмпирический закон. Иногда бывает 5, второй эмпирический закон. Если нашли 5, обязательно съешьте, тогда вам будет счастье. Третий эмпирический закон. Ну вот как-то физики, эмпирические теории на первом этапе развития годятся, а потом становятся неприличными. Если вы хотите какого-нибудь физика сильно обидеть, он вам какой-нибудь работу свою покажет, и вы скажете, какая работа, почитал, очень понравилось, ну чистая ботаника. Ну дальше бегите, а то по зубам получите. Вы сказали, что его теория эмпирическая, и мы его ненавидели. Так вот, в статистическом подходе идея состоит в том, что мы от микроописания переходим к макроописанию, но не с помощью новых параметров, а с помощью средних значений от микропараметров системы. Можно заниматься средними P
радиус-векторами, средней скоростью, средним импульсом, средней энергией и так далее. И оказывается, зная, как устроены связи между этими параметрами из микротеории, в нашем случае из теории классической механики, можно связать между собой эти средние. Правда, для этой связи потребуются некоторые новые идеи, которые носят название теории вероятности. Вот нам с этими идеями придется чуть-чуть познакомиться. А потом оказывается, что если эти микроуровень описания позволяет установить связи между средними, а потом оказывается, что введенные термодинамические параметры чудным образом связаны со средними микропараметрами. Тут есть связь. И тогда, зная связь между ними, можно обосновать эмпирические законы термодинамического или эмпирического подхода к изучению термодинамики. Ну вот, я хочу с вами заняться вот в основном вот этим. Ну и вот этим. То есть статистическим подходом, чтобы из него вывести некоторые известные из школы термодинамические соотношения. Почему это важно? Потому что нам важно познакомиться. Ну, во-первых, это очень фундаментальная вещь. И, во-вторых, на этом пути надо познакомиться с некоторыми идеями и некоторой математикой, которые будут работать дальше. Статистика физическая нам много где нужна. Если мы ставим цель попытаться в конце освоить квантовую механику, то идеология квантовой механики строится так, что на уровне микроописания реализуются идеи статистической физики, которые работают здесь. Вот в некотором смысле квантовая механика переносит вероятностное статистическое описание с макроуровня на микроуровень. Ну и понятно, что для того, чтобы в таком переносе говорить, надо знать язык макростатистики, чтобы потом этот язык перетаскивать в микромир. Вот такой у нас план. Значит, сегодня я еще хотел бы очень быстро вам напомнить про термодинамическое описание. У нас, наверное, еще времени немножко есть. Ну, совсем немножко. Придется на следующий раз частично это перенести. Следующий вопрос. Эмпирические законы идеального газа. Ну, вот опыт показывает, что большинство газов при достаточно больших температурах и достаточно малых давлениях следует пяти эмпирическим законам, которые называются законами идеального газа. Ну, такая обобщенная экспериментальная установка. У вас есть некоторый сосуд с поршнем, здесь находится газ. Вы под сосудом можете зажигать спиртовочку и менять температуру газа в сосуде. Вы можете двигать поршень. Тут, кстати, есть линейка. Это означает, что вы можете измерять расстояние, а значит и объем. Объем измеряем. Сюда воткнут термометр. Так вот эта колба торчит с выводом. Поэтому температуру мы тоже измеряем. Ну и, наконец, сюда еще вставлен манометр. Хоть ртутный, хоть стрелочный. Давление мы тоже измеряем. Ну, дальше мы еще можем позаботиться о том, чтобы газ не проходил сквозь щели поршня. И можем массу газа как-нибудь определять. Ну, сперва взвесить этот сосуд, откачав оттуда воздух, потом с воздухом. Ну, еще можно менять газ здесь, менять молекулярный состав. Поэтому М и μ тоже контролируемые параметры. Ну, а дальше пять законов идеального газа. Я их сейчас перечислю, на этом закончу. Первый закон – закон Бойля-Мариотта. Это когда масса, химический состав
и температура поддерживаются постоянными. Как вы это делаете? Это дело экспериментатора. То оказывается, в этом случае изведение давления газа на объем есть константа. Ну, понятно, что если рисовать график P от V, то графиком в данном случае является гипербола. Но вообще-то график любой зависимости P от V является называется изотермой. Это зависимость при постоянной температуре. Так вот, для разных веществ это сложные зависимости, а для газа при высокой температуре с хорошей точностью это кривая является гиперболой. Кстати, понятно, что газы не очень точно подчиняются этим законам. Вводится некоторый абстрактный газ, которого на самом деле нет, но который очень хорошо этим законам подчиняется, его называют идеальным газом. Вот мы сейчас эти усредненные законы абстрактного газа пытаемся сформулировать. При этом известно, что если мы увеличим хоть массу, хоть температуру, то при этом наша гипербола приподнимается. Вот если здесь либо массу, либо температуру увеличить, массу сюда переходит. Вот это так называемый, да, процесс такой называется изотермический, Т-констант. Второе утверждение. Закон Гей-Люсака. Он говорит о том, что при нагревании при заданном давлении массе и молекулярном весе, то есть m, mu, и теперь давление – это константы, при нагревании газа на 1 градус его объем возрастает на 1/273 от объема, который газ занимал при 0 градусов Цельсия. Вот такой эмпирический закон. И это означает, что объем газа при температуре Т, это есть объем газа при температуре Т 0 градусов Цельсия, его обозначают, как правило, V с ноликом, на единицу плюс альфа Т, где альфа называют объемным изобарическим коэффициентом объемного расширения, это объемный коэффициент температурного расширения. Объемный коэффициент температурного расширения, и альфа равен примерно 1/273. Понятно, что зависимость объема от температуры в данном случае оказывается линейный. И вот это V с ноликом, объем газа при 0 градусов Цельсия, дальше зависимость идет так. Если газ охлаждать, то он скоро перестает быть газом, превращается в жидкость и ведет себя плохо, но если он ведет себя как-то вот так. Но если линейно его продлить, то окажется, что он пересечет эту ось в точке, но если это приравнять нулю, минус 1 альфа V. Или минус 273. Если взять газ другого объема и даже другого химического состава с объемом V с ноликом штрих, то, о ужас, он тоже будет себя вести линейно, а продолжение графика пройдет через ту же точку. То есть есть некоторая выделенная точка, на которую ориентируются графики V от T, а графики такие называются изобарами. У нас постоянное давление, и процесс называется изобарический. Есть точка, на которую ориентируются все изобары всех газов. Но поскольку понятно, что мы температуру взяли абсолютно от дурака, что такое кипящая вода и что такое замерзающий лед, то, наверное, если есть какая-то такая выделенная природная точка, наверное, разумно ее как-то использовать. И возникает идея, давайте сначала координат и шкалу температур сдвинем на 273 градуса.
Вот сюда. Ну тогда, во-первых, и зависимость будет проще, она будет проходить через начало координат. Во-вторых, все-таки произвол выбора градуса Цельсия, шкалы Цельсия немножко уменьшится. Величину-то градуса Цельсия мы оставили произвол. А вот начало отсчета, почему тающий лед, а не кипящая пепси-кола, в конце концов. А вот тут есть общая температура. Ну и тогда мы введем абсолютную температуру по определению так, что величина градуса по шкале Кельвина такая же, как по величине Цельсия, то есть абсолютно дурацкая. А вот начало устроено так, это Т по Цельсию плюс 273. Или Т плюс 1 альфа. Это определение такой температуры. Тогда V от Т большого будет V с ноликом при нуле градусов Цельсия на единицу плюс альфа, а здесь будет Т минус 1 альфа. Или будет V с ноликом умножить на альфа Т. А единичка с этим сокращается. Тогда получается, что V от Т делить на Т равняется альфа на V с ноликом. И это означает, что для данной массы газа при заданном химическом составе и давлении эта величина есть константа. Эта штука называется закон Гей-Люсака. Закон Шарля можно было получить также, поставив сюда V константы и экспериментируя с давлением при постоянном давлении. При постоянном объеме, то есть, да, поставив V константу, меняя температуру, смотрите, как будет меняться давление. И как ни странно, что получается, что давление увеличивается на 1/273 от давления, которое было при начальном объеме, и все получается очень симметрично. Но тогда возникает вопрос, подозрение, что эти законы не являются независимыми. Да, действительно, можно сейчас вывести закон Шарля из первых двух, если добавить еще одно утверждение, что газ не обладает памятью. Вот смотрите, пусть у нас газ был в состоянии с давлением P1, объем V1, температура T1. А мы его перевели в состояние с P2, объемом V2, температурой T2. Вот сделаем дополнительное предположение, что если мы задали два параметра этой системы, то третий параметр определяется из этих и этих однозначно, независимо от того, как мы прошли. Меняя все параметры по очереди, все вместе или как. А может быть, мы шли каким-нибудь вот таким путем. Но на самом деле понятно, что мы должны описывать происходящее в трехмерном пространстве. Вдоль одной оси относит у нас P, вдоль другой оси V, вдоль третьей оси T. И вот мы из одной точки 1 перешли в точку 2, ну и вот утверждается, что если как бы мы ни шли из 1 в 2, если мы два параметра выберем одними, то в точку 2 мы попадем однозначно. Для настоящих газов это не так. Если вы возьмете газ в виде смеси водорода и кислорода и увеличите его температуру на 1 градус, осторожненько нагревая, то вы попадете в одну точку такого трехмерного пространства. А если вы его попадете, нагревая через какую-нибудь точку, где температура будет несколько тысяч градусов, потом вернетесь туда, вы попадете совсем в другую точку, поскольку у вас взрыв произойдет. И газы превратятся в водяной пар или еще во что-нибудь. Поэтому настоящие газы обладают памятью. А мы пока будем считать, что не обладают, и сделаем так. Мы будем здесь держать постоянную температуру и переведем его состояние уже с нужным давлением P2, каким объемом получилось, такое и получится, а температуру будем уже держать T1. А теперь здесь мы уже давление P2 будем держать константой, а будем переходить отсюда сюда, меняя объем и температуру.
Ну, смотрите, на первом шаге можно написать, что P1, V1 равняется P2 на тот объем, который получился. На втором шаге работает закон Гей-Люсака. V с волной к T1 равняется V2 к T2. Но если теперь из этих двух равенств исключить V с волной, то получится, что P1 V1 к T1 равняется P2 V2 к T2. То есть отношение произведения давления на объем к абсолютной температуре для данной массы газа данного химсостава есть константа. То, что мы получили, называется объединенной формулой законов Гей-Люсака и Бели-Мариотта. Ну а теперь, если в объединенной формуле положить V константе, то окажется, что при m mu и v константе отношение p к t есть константа. И мы получаем закон Шарля. Это значит, что наши предположения, которые мы сейчас сделали, не такие уж смешные. Ну и на самом деле к этим трем законам, которые вы и так знаете из школы, надо добавить еще два закона, которые вы часто забываете. Первый закон – это закон Дальтона, который говорит, что давление смеси газов равно сумме парциальных давлений всех компонентов смеси. То есть P смеси равняется сумме P жидких. Причем нигде не сказано, что компоненты смеси должны быть разными химическими по составу. Например, если у вас был газ, в котором содержалось сколько-то молекул, и оно создавало давление P1, а потом в этот же объем вы впихнули газ, у которого другое число молекул, того же или другого состава, и он создавал в этом объеме, без первого газа, давление P2, вот эти давления называются парциальными, которые создавал бы газ в объеме без наличия других газов. То когда есть два газа, давление просто складывается. У давления есть такая своеобразная аддитивность. Это закон Дальтона. Кстати, Дальтон ассоциируется с дальтоником, так оно и есть. Дальтон был первый дальтоник, который понял, что он дальтоник. До этого дальтоники считали, что все люди так видят мир, как они видят. А вот Дальтон понял, что он видит мир немножко не так, как и большинство других. Ну и, наконец, последний закон эмпирический. Это закон Авогадро, что одинаковые порции вещества, то есть содержащие одинаковое число молекул или одинаковое число молей, а, кстати, моль – это порция вещества, которая содержит 6 на 10 23 степени частиц. А киломоль – 6 на 10 26. Причем неважно чего, может быть моль долларов в кармане, что было бы неплохо. Сейчас. Так вот, одинаковые порции вещества, содержащие одно одинаковое количество молей или молекул, при одинаковых давлениях и температурах в газообразном состоянии вещества занимают одинаковые объемы. В частности, если вы возьмете 1 моль любого газа при давлении, нормальном давлении 760 мм ртутного столба, это среднее давление нашей планеты на уровне океана, и температуре 20 градусов, нормальная температура, там было много споров, что считать нормальным, 0 градусов или 20, то так говорили, то так. Я не хочу в эти цифры лезть, поскольку ответ-то не сильно отличается. Потому что 20 и 0 по сравнению с минус 273 – это не так уж и много. Так вот, 1 моль вещества при нормальных условиях занимает 22,4 литра. Это закон Авогадро. И вот из этих 5 законов в следующий раз мы с вами очень легко получим уравнение Клаперона-Менделеева, это будет совсем мгновенно. А вот потом-то наша с вами задача будет состоять в том, как получить это уравнение из законов динамики. А вместе с ним выучить основы методов статистической физики, которые базируются на теории вероятности. Я предупреждаю, в следующий раз будет грустно. Мы приступили к последней теме в нашем курсе.
А к описанию систем, когда у нас частиц так много, что за ними методами механики не проследить, и договорились, что для описания частиц можно выбирать макроскопические параметры. Вот мы выбрали давление, объем и температуру. И систему. Ясно, что тогда систему можно изображать некоторые точки в трехмерном пространстве, в котором как-то давление отложено, температура, ну и так объем. И вот система из некоторой области, где давление было P1, температура T1, V1, у нас перешла в другую область, где давление стало P2, температура T2, V2. И мы хотели связать эти параметры, что такое давление и температура. Мы в прошлый раз с вами вроде как договорились. Мы договорились, что система не должна обладать памятью. Если мы ее переводили вот в такой траектории, а можем переводить по другой, через состояние, когда давление стало уже P2, температура осталась T1, а V было какое-то такое. Какое здесь получилось? И это мы делали, переводя систему из этого состояния в это при постоянной температуре. А потом отсюда сюда мы его переводили уже при постоянном давлении. Но это поскольку мы с вами сформулировали 5 эмпирических законов, Бойля-Мариотта, Гей-Люсака и Шарля, а также Дальтона и Авогадро, то из закона Бойля-Мариотта на первом переходе мы написали, что P1, V1 равняется P2, V промежуточная. На втором переходе, поскольку P постоянно, V промежуточная на T1 равняется V2 на T2. Но из этих двух соотношений мы исключили V промежуточная и получили, что произведение давления на объем, отнесенный к абсолютной температуре в первом состоянии, должно равняться P2, V2 к T2 во втором состоянии, должно быть константой для данной массы газа. Вот это получилась объединенная формула закона Гей-Люсака и Бойля-Мариотта. Отсюда уже совсем близко до уравнения Клаперона-Менделеева. Давайте рассмотрим некоторый объем V, в котором существует ню молей идеального газа. Ну, идеальный газ – тот газ, который хорошо подчиняется перечисленным 5 эмпирическим формулам. При этом вот здесь объем у нас V, у газа давление P и температура T. Попробуем связать между собой эти параметры. Для начала скажем, что если у нас давление ню моли газа было P, то парциальное давление одного моля газа будет в нем раз меньше. И поэтому, если мы введем P μ, парциальное давление одного моля газа, то это будет, естественно, давление всего газа делить на число молей. По закону Дальтона, который говорит, что полное давление равно сумме парциальных давлений. Ничего при этом не говорит, что газ должен быть другим по химическому составу. Вот здесь у меня ню разных газов по молю газа может быть одного состава, может и разных, на самом деле, не важно. А вот теперь один этот моль газа при температуре T и давлении P переведем в нормальные условия. То есть, когда давление будет 760 мм кубного столба, а температура будет 20 градусов Цельсия. Тогда мы напишем, что если бы этот моль был, занимал этот объем, мы бы написали pμ умножить на объем, который сейчас есть, делить на ту температуру, которая сейчас есть, а когда мы перевели его в нормальные условия, у нас получилось давление одного моля, 760 мм, температура одного моля, 293 примерно Кельвина, на объем одного моля. Это значит нормальное давление температуры, это
объем одного моля. Объем одного моля по закону Авогадро при нормальных условиях составляет 22,4 литра. Это некоторая константа. Ну тогда мы сразу же получаем, что P мю на V равняется P с ноликом мю на T с ноликом мю, V с ноликом мю на T. Ну а теперь это равенство умножим на число моли в обе части. Тогда P мю на число моли это даст нам начальное давление газа, которое было, на объем. А здесь число молей, P с ноликом мю, T с ноликом мю, V с ноликом мю, на абсолютную температуру. Это победа. Поскольку эти три числа константы, то их произведение тоже константа. Она называется универсальное газовое постоянство. Ну а число молей можно еще посчитать как отношение массы газа к молекулярной массе. Можно так написать. ПВ это М на мю РТ. О, в школу вернусь. Вот так из эмпирических формул следует уравнение Клаперона Менделеева, которое, в общем, с точки зрения практики, отвечает практически на все вопросы практической жизни. Ну, если, конечно, сильно газы не сдавливалось, когда уже они от идеальной начинают подходить. Там можно насосы всякие рассчитывать, задачи всякие решать. Но тут я сформулирую несколько задач. Кстати, я как-то тут перестал формулировать. Я вам выставлю сейчас задачки по механике школьного уровня. К ним еще добавится немножко задачек вузовского уровня, которые на экзамене будут мелькать, чтобы не было для вас неожиданности. Ну а здесь задачки на молекулярку они все школьного уровня, про ничего не придумаешь. Вот рассмотрим такой сосуд, который разделен на три части невесомыми теплопроводящими стержнями, которые вообще не имеют толщины. Здесь у нас газ какой-то при давлении P1, температуре T1, тут P2, T2, тут P3, Т3, а длина сосуда L. И поршник делит его на три равные части. В какой-то момент поршни освободили долину двигаться и разрешили проводить тепло. Рано или поздно наступит термодинамическое равновесие. И эти поршни где-то там как-то останутся. Найдите расстояние между поршнями, когда наступит термодинамическое равновесие. Я чуть подскажу, все успокоится, когда температуры все выровняются. И когда давление во всех секциях выровняется. А это очень большая подсказка. Это означает, что если мы поршни вообще мысленно оттуда удалим, то ничего не изменится. Все, я вам почти задачу решил. Вторая задача, которую надо уметь решать, это, помните, мы с вами обсуждали ртутный барометр. Вот у нас есть коррупция. В нем ртуть. В нее опускают перевернутую, запаянную сверху трубочку длиной 1 метр, которая была изначально полностью заполнена ртутью, но часть ртути выливается, она встает на какой-то высоте h, которая позволяет определить давление сейчас. Но представьте себе, что у вас есть еще одна такая же трубочка, которая представляет собой испорченный манометр. И здесь ртуть находится на высоте ниже. Вот это h1, а это h1'. А чей это она ниже? А потому что туда воздух попал. И он своим давлением тут немножко вниз приопускает. Тут воздух. Здесь почти вакуум. Но, конечно, не совсем вакуум. Там пары ртути насыщенные. Но первое приближение вакуума. Здесь воздух. И вот получилось так, что в какой-то день
когда нормальный манометр показывал 760 миллиметров штурмного столба, плохой манометр показывал 750 миллиметров. На следующий день температура осталась той же, но давление изменилось, и в результате плохой манометр стал показывать 730 миллиметров штурмного столба. Найдите, пожалуйста, что в этот день покажет настоящий манометр, какое будет давление. Это вторая задача по молекулярке. Третья такая. Например, в координатах. Ну, что в жизни медом не казалось. P от M. С некоторой массой газа, меняющейся, с каким-то газом, проведет такой процесс. Причем его провели, например, при постоянном объеме. Попробуйте на этом графике указать точки, где температура газа максимальна, а где минимальна. Значит, у нас V-константы и μ-константы. Страшная задача, у нас масса меняется. Вы привыкли, что масса не меняется. Но знаете, если PV равняется μRT, я не вижу большой беды, что если у нас V не меняется, зато масса меняется. Но меняется. Ну, вот так. Ну а теперь мы с эмпирической теорией закончили, и теперь переходим к разговору серьезному. Вопрос такой, вот мы из каких-то эмпирических законов получили это уравнение. Так это уравнение что? Это новый фундаментальный закон, который надо выучить? Или он из чего-то уже следует? Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, надо перейти к разговору о статистической физике. Четвертые сутки идут пересдачи, и я в хит-параде впервые вешу. Студент Оболенской, пишите задачу. Профессор Голицын, а вдруг не решу. Студент Оболенской, пишите задачу, профессор Голицын, а вдруг